Масштабная информационно-агитационная акция «Служба по контракту. Твой выбор» стартует с торжественного марша. В парке «Салют Победы» сотни оренбуржцев. Те, кто уже несет службу, и те, кто только собирается вступить в ряды вооруженных сил. Помимо традиционных экспонатов, в парке «Салют Победы» в день акции представлена современная военная техника. Здесь только новейшие образцы вооружения, то, чем гордится российская армия. Самая зрелищная часть акции – показательное выступление группы рукопашного боя 106-го учебного центра ПВО. Здесь же в парке развернула свою работу военно-полевая кухня. От желающих попробовать такое угощение нет отбоя. У нас каша военно-полевая, приготовлена по особому солдатскому рецепту. Приятного аппетита! Максим, несмотря на то, что уже служит по контракту, все равно решил прийти на акцию. Здесь он рассказывает своей будущей жене о выбранной им профессии военного. Для себя в этом непростом деле он видит много преимуществ. Всегда знаешь, что всегда получишь зарплату, то, что тебя там не выгонят с работы, то, что с тобой следят, тебя одевают, обувают. Государство тебя обеспечивает полностью. Акция «Военная служба по контракту. Твой выбор» проходит по всей стране. Оренбург не первый год присоединяется к такому масштабному событию. Результаты не заставили себя ждать. Профессиональных военных становится больше. Престиж службы растет. У нас сейчас в Российской Федерации служба по контракту набирает обороты. Весь сержантский корпус – это уже контрактники. Всего почти 400 тысяч военнослужащих российской армии – это контрактники. Поэтому служба по контракту, она становится с каждым годом все популярнее. В Оренбурге только за первые часы акции пришли сотни претендентов на военную службу по контракту. На пункте сбора рассказали, главные условия для будущего военного – опыт срочной службы и крепкое здоровье. Оксана Боричева, Роман Боричев, «Новости дня».